готовность Красного Рига. Я напомню, что уже начиная с следующего соревнования мы делаем онлайн-регистрацию. Можно будет все данные внести дистанционно через сайт, без возраста, уровень подготовки, все параметры социальной анкеты вы сможете заполнить. Также сделать онлайн-взнос. Главное преимущество онлайн-регистрации будет в том, что вам не нужно будет приходить 10 утра на сгэш, а вы будете знать номер ваших пары. Вы сможете прийти в то время, когда вы выступаете. То есть, если ваша пара 15.00, то вам будет ровно 15.00, можете прийти в 2, либо в 2.30, подтвердить свой вес на весах и выступать. Те, кто не захочет онлайн регистрироваться, сможет сделать там по старинке, придя в 10 месяцев. То есть будет и старый вариант регистрации, и новый онлайн. Красный Риг готов, боксеры готовы. Shut up!
А в этом бою победу одержала боксёрка синего угла Мария Григорьевна. Награждаем золотой серебряный медаль. А что ты шлем уже одевал? Магазин, сейчас нас снимешь, ладно, все. Третья пара. Готовится к выходу. Епанов Василий. Ударник рядом с постой Слободян Никита. Солнышко Балашенко. А в красном ринге Денисенко Алексей, к вам скинки, Акопов Валерий, Клуб Боднар. Боксеры готовы. Пока, пока, пока.
чуть поближе. Стоп! Опа! Согласен с Юрием. Начинается ГВНЧ.